Друзья, вот это все мои ароматы, которыми я пользуюсь по настроению ежедневно. И вы знаете, я себе не отказываю, потому что эти ароматы достались где-то мне, где-то в подарок, где-то я их приобрела, но цена их 2,5-1,5 тысячи. И для тех, кто у нас хочет сотрудничать с нами, ну, вы цену узнаете отдельно. Поэтому, друзья, пишите мне в личное сообщение и скажите, пожалуйста, вот каким парфюмом мне воспользоваться. Из круглого флакона, это 159-й молекула, или из вот такого флакона, это Кинзо. А может быть, мне взять 103-й, может быть, это VIP-212, а может быть, это аромат Джули Робертс. В общем, я устала выбирать, честное слово.